дамы и господа, и вот по такой вот жопе я ебашу 40 километров со скоростью 20 километров в час. И вот уже прошло полтора часа, сейчас мы выйдем на трассу, должны скоро выйти. Никого нету в округе. Чуть не застрял пару раз, потому что грязь была там, вода, короче. Удивительно, что здесь никто не ехал. Заблудился нахрен в какой-то жопе, непонятно. Связь здесь не берет. Вот. Вот так вот. Ну это еще цветочки, это я выехал нормально, а там просто ехать вообще было невозможно. То есть вот такие грязь вот там вот стоит. Ой, блядь. Невозможно, невыносимо. Один сплошной геморрой. Ну ладно, на этом я заканчиваю репортаж. Вон она машина какая-то.